Прибыл в порт корабль. Морячок вышел на берег и тут же себе снял портовую проститутку. Поставил ее раком. И давай ее, значит. Она ему кричит: «Морячок, не в тот порт вошел!» Он: «Да мне все равно, лишь бы быстрее разгрузиться!» Всем привет! Как у вас дела? У меня все прекрасно. Наконец-то эти майские праздники. Отдыхаю от этого дистанционного обучения. Не поверите. Вот думают: ох, учусь. Нет, не учусь. Вместе с сыном, как говорится. Я говорю: сынок, все, отдыхай. Я надеюсь, после майских праздников неделечка, и будем все отдыхать. Впереди 3 месяца лета. Хотели, конечно, рвануть прям всей семьей на море. Но в этом году не получается с этим коронавирусом. Я говорю: ладно, хотя бы дома отдохнем. Ни школы, ничего. Уже, как говорится, мозги хоть отдохнут. Сегодня у нас, не поверите, с утра жара, плюс 25 градусов. Сейчас, не поверите, дождь как зарядил стеной, по сей раз поливает. Ужас, конечно. Погода прям не дает, как говорится, разгуляться. Но мы, несмотря на погоду, не унываем. Все у нас, ух, прекрасно и хорошо. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.